Ну и, кстати, уже через 10 дней, с 23 по 26 мая, в Тюменском технопарке пройдет главное инновационное событие страны – первый форум «Инновик». Подготовка к важной неделе уже началась. Подробности у Ирины Шипиловой. Вот так будет выглядеть эта площадь 23 мая. Здесь откроется летний нетворкинг. В шатре на 100 посадочных мест будут проходить познавательные лекции. Первая от Юлиана Зигельмана, инвестора из Силиконовой долины. Дальше еще интереснее. Для нас особый форум, потому что организуем мы его впервые и собираем со всей страны стартапы, инновационные компании. И, конечно, для нас это, наверное, как вызов, так и большая честь. Центральной площадкой мероприятия станет зал «Атриум». 26 мая здесь пройдет битва стартапов за инвестиции. Заявки на участие в ней подали больше 250 инновационных компаний от Москвы до Комсомольска на Амуре. Очень много крупных предприятий подключились к этому проекту, потому что им точно так же интересно посмотреть, поучаствовать в экспертизе. У нас есть одно из направлений – это нефть и газ. Крупнейшая компания «Газпромнефть» выступила с поддержкой этого направления и вообще мероприятия в целом. Неделя инноваций приурочена ко Дню предпринимателя. Его отметят здесь 25 мая масштабной конференции. Что нас ждет с точки зрения традиционной экономики и что нас ждет с точки зрения экономики знаний, экономики, которая во многом связана с новыми технологиями, с IT, с производством и с людьми, которые все это реализуют. Ирина Шипилова, Максим Плюхин. Тюменское время.